Раньше по-другому назывался. Вот кончики. Взяли, короче, кончики. Обычные классические три штучки взяла. Мне понравился мой бум. И сейчас потихоньку будем двигать назад. Что-то сегодня день как-то. Сумбурный какой-то непонятный. Еще и на нервах, кто с этим сбером. Идем. Кто с этими звонками. Одну по другой. Короче, такое. И расстроилась. Моих телефонов нет, а то, что более-менее приближенное, от 30 и выше. Так. Так что будем думать. Будем думать и гадать. Проводим. Кто-то забрал скелетков, то ли губи, я не понимаю. Вот они, это знаете, холм. А что там делать? Просто посадить. Просто посмотреть. Глазки покормить. Пашка мне за водой пошел, бок развалился. Правый. Что-то болит и болит. Сколько хожу, столько ноет. Уже достал. Вот мастер сейчас. Вот тарелка. Воду купит. Выпаду кажется. Еще не хватало, блин, до кучи. И не чтобы домой ехать. А этому в хоф надо, блин. Да. Что ты там делать будешь, скажи мне. Смотреть. Что? Всю. Там товары такие остались. Еще об этом. И что мне вода? У меня бок болит. И вся любовь, да? Да. Я сказать, милая, дорогая, помчались домой, скорее, там скорая помощь, неотложка, все, чуть-чуть там погладили, почмокнули. А ему в хоф. А мне больно, а ему все равно. Что типа надо, сейчас тебе воды принесут, и хоре. И все, и оклемаешься. Да. Зашибись. Первый признак со мной дружить. Ой, ладно, друзья. Хоф не знает, что там мебель, по-моему. Или что там, посуду. Нет, там не посуда, там, ну и короче, такие. Окей. Да. Зайдем посмотрим. Если я дойду, конечно. Хоф зашли. Сейчас будем здесь посмотреть, что здесь хоф. Ну, это для горячего. Да. Но нам нужна такая, сколько она стоит? 150, 160. Не, ну сейчас еще она большая, кстати. Ну она плотная, это да. Да, она плотная. А вот это три штуки, а три штуки сколько? Это 300. А у нас, кстати, у нас дома есть инструмент для выжигания по дереву. Помнишь? А, все, я вспомнила. Подушки тут очень мягкие, мне так нравится. Подушки прям безумно мягкие. Потом. Мягкая-мягкая. Потом. Мягкая-мягкая прям. Вот. Вот как вот ты помнишь? Только не знаю, цена его. Вот она. 4000. Ну, это спереди. А
она вот у них будет скатываться, она постоянно так вот есть. Просто ее каждый это год, каждый год подсушивать ее, да. Под вот душ? Тысячу рублей. Ну это нормально. Вкусно, кокосовый торт. Понюхай. Я не люблю кокос. Не, понюхай. Мне нравится тоже. Но я через маску чувствую. Он немного... Друзья, я сейчас нанюхалась вот этих вот диффузоров. О, мягкая, вот это мягкая. Меня затошнило. Плед. Вот, плед. Голова заболела, у меня даже руки воняют. Боже. Вот я как-то погорячилась. Они еще на некоторые так пахнут. О, господи. Нормально если пахнет. Особенно вот это вот пачули и люпин. Это полный финиш. Морозный кислый, кислый. Меня тоже что-то затошнило. Вот кокос мне взять. Сашку тоже подташить. Кокос могу взять. Мы с ним нанюхались этих диффузеров. Вот ума хватило, блин. О, боже. Фу, у меня даже рукава нет. Кошмар. Нет, один тест. Возьми, я там. Ну, звучит, почему, блядь? Глаза расстраиваем, пожалуйста. Чё ты придумал? Голос иди. Ну, пойдем маску посмотрим. Алоэ вера здесь. Зеркало. Вот такое зеркало. И все. Вот именно до этого я им сказала, что они вот прям удобные и у них. Цены 17, 12. Вон ковры огромные. Комната.
15, а все равно голова болит от запаха. Я не знаю, что такое. Нюхнули. Нюхнули и все. Явно что-то не то, потому что, все время все равно... Вот геймерские кресла. Вот. И голова очень болит. Вот. Типа, было только про смену сказать, что вот это лучшее, чем... Вон у нас такие вот пауки. И куда их? Многофункциональный модуль для вашего интерьера. Они проще в продуманном гардеробе. О, бог! У меня мечта кресло-качалка. Такую стеночку было так. Очень хочу кресло-качалки, но они дорогие. А здесь деревянные, обычные, небольшие. От 20 и выше так вот. По-моему, конечно. Да. Но очень хочется. Ну, дать кого-то. Он выход нашел. Шея болит. Ой, опять эти вонючки. Мы к вонючкам пришли. О, боже. Друзья, это капец. Нормальная вонючка. Ужас, ужас. Я не знаю, это нельзя, наверное, так не было. У вас заход и выход один? Да, если вы по покупке, то да. Мы без покупки. В общем, друзья, да. Как хочешь. Как хочешь. Короче, вышли мы с кофа. Будем двигать обратно, потому что у меня шея не проходит вообще. И глаза отклеиваются, я не знаю. Фигня на фигне, короче, какая-то ерунда. Ерундистика. По кухне такая. Да, вот такой. Мне нравится. Тетя попала. Ну и... Теперь мы идем обратно. В целом, да. В принципе, здесь особо ловить нечего больше. В принципе, кофе. Если я чувствовала нормально, бок и этот самый. Ну вот шея, это вот то можно запах. Не напоминай. Не напоминай. Пойдешь в Эльдорадо? Нет. Ну там техника. Поехали там. Эльдорадо. Эльдорадо. Ну давай. Зайдем мы сюда. Вдруг там есть мои телефоны. С половиной скидки процентов. 50% скидки. Да, это проблема. С техникой, да. Ну, у меня по крайней мере. Музыка. Нет, моих телефонов нет. Есть что-то похожее. Оксана, конечно, да.
если 30-40. Это чтобы хоть как-то он работал. Сколько? 3399. 3500. У нас есть первая часть вот этой игры. Мне она нравится. Она такая. Прикольно. Да. Литерная. Я видел по Little Nightmares. Да. И вторая часть вот есть. Все, выходим мы отсюда. Короче. Ничего мы не купили, кроме пончиков. И бум. Да. И едем с моей больной шеей и с моим больным боком. Разваливаюсь в глазах. Рассыпаюсь на запчасти. Господи, помоги. Потом нашли много интересных мест. Ну да. Глаза мы накормили на 2 недели вперед. Нет. Я про это уже завтра забуду. Да. Капучи. Ладно, друзья. Всем хорошего настроения. Всего самого-самого. Да. Берегите себя. Не болейте. Всех крепко обнимаю. Всем удачи. Всем пока.